Дорогие мои, в моей очень что в великом выступе наступила пора Нового года. Не за горами и сам праздник долгожданный. Всевозможное волшебство, подарки, разные вкусности нас ждут на столе праздничном. Пора уже готовиться. Конечно, каждый приготовит на свой новогодний стол то, что ему по вкусу. Мне же по сердцу наши традиции, наша кухня русская. Вот давеча ко мне в гости в Великий Устюг приезжал друг мой сердешный, Константин Ивлев. Да вы его знаете, главный шеф-повар нашей страны, непревзойденный знаток русской кухни. Поведал он мне, что в нашей огромной стране проводится народный конкурс на лучшее угощение к Новому году. И так его затея мне понравилась, что, уверен я, повторить ее непременно нужно. Пусть даже и онлайн. Костя, внучок мой милый, коли слышишь и видишь меня, принимай наказ мой морозовый. Начинай соревнования народные на лучшие блюда для новогоднего стола. Уж больно я хочу узнать, кто его лучше всех приготовит, да подарками победителя одарить. И награда будет достойная. Уж мне, волшебнику, поверьте, слово Деда Мороза.